Здравствуйте, друзья! Меня зовут Лейсан Гаязова. И сегодня хочу вам показать просторную, светлую квартиру планировки 3 плюс 1. Она находится у нас на высоком первом этаже этого дома. Комплекс у нас достаточно такой обжитой. И сейчас я вас приглашаю на просмотр. Ну что ж, друзья, мы с вами вошли в квартиру. За мной входная дверь. Она деревянная, и там у нас есть еще такая металлическая с решетками, панжур-капот так называемый. И что мы с вами видим на входе? Здесь хорошая прихожая зона, квадратной формы, я бы сказала, примерно 2,5 на 3 квадратных, на 3 метра. А это 7,5 квадратных метров. И здесь же у нас находится туалет типа а-ля турка. Он, кстати, после ремонта, надо только потолок сделать. А кафель весь переложен, все новое и все чистенькое. Это очень приятно. Дальше у нас идут двери, значит, слева направо. Сначала одна спальная комната, потом отдельный зал. Потом кухня, и направо у нас уходят еще две спальные комнаты. Давайте начнем осмотр слева направо. Первая спальная комната приятно радует своими размерами. Она около 14 квадратных метров, имеет окно на восточную сторону, причем окно свежее, его менять не надо. То, что здесь у нас есть отдельный зал, уже само по себе прекрасно. У нас здесь балкон находится на восточной стороне и небольшое окно на южную сторону. Опять-таки стеклопакет у нас уже поменен, это просто прекрасно, и сейчас я вас приглашаю пройти на наш балкон. Балкон в этом случае у нас очень большой, около 15 квадратных метров. Он сложной формы, загнутый, Г-образной формы, я бы сказала. Что мы видим с него? У нас территория соседнего комплекса, очень ухоженная. Здесь у нас новый комплекс находится. Тут вот прямо перед ним бассейны. До бассейнов у нас около, наверное, 10-15 метров. 10-12 метров, я бы сказала. Также можно смотреть за машинами, если вы здесь оставили. И на другой стороне у нас бассейн своего комплекса видно. Также видно зеленую территорию нашего комплекса. Все очень красиво, миленько, все достойно. Отдельная кухня само по себе очень значимый, важный элемент в планировке квартиры. И эта кухня, она достаточно большая, как вы видите. Здесь у нас около 10-11 квадратных метров. Можно хорошую столовую зону здесь организовать, и места будет достаточно много, просторно будет. Что касается самого кухонного гарнитура, здесь у нас столешница сделана из мрамора, причем это цельный мрамор. Фасады обновлены, все вполне и очень даже симпатично. Вот верхние, конечно, шкафы я поменяла, по-моему, они остались в старом исполнении. А вот низ очень даже приличный. И я вижу, что был заменен фартук. Здесь у нас хорошая керамическая плитка. И это еще не все. У нашей кухни имеется свой балкон, причем он достаточно такой широкий, туда можно поставить небольшой столик. Сейчас мы с вами, рассмотрев восточную сторону нашей квартиры, по коридору передвигаемся на западную сторону. Здесь небольшой перешеек, и дальше у нас идет расширение. Здесь у нас есть угол, где может стоять шкаф, имея стационарное место для установки стиральной машинки. Также у нас отсюда вход в наш общий санузел, он очень большой.
А унитаз, умывальник с зеркалом у нас имеется, а вот душевая как таковой ее нет, просто есть душевая зона. Но поставить хорошую душевую кабинку здесь возможность техническая имеется. И здесь же у нас две спальные комнаты. Одна вот по мою левую руку, она у нас имеет окно на западную сторону площадью около 12-13 квадратных метров. А вот в последнюю спальную комнату давайте пройдем и рассмотрим ее более детально. Третья, последняя спальная комната в этом проекте, около 16-17 квадратных метров, имеет выход на балкон на западной стороне. И сейчас я вас приглашаю пройти именно туда. Балкон у нас прямоугольной формы, около 7,5 квадратных метров его площадь. И вот это у нас высокий первый этаж, как вы понимаете. Что мы видим отсюда? Зелень нашего комплекса. Вообще сад здесь очень ухоженный. Все деревья подстрижены красиво, кустики. Бассейн. Вот буквально тут в шаговой доступности двухуровневый мы видим, большой бассейн, детский бассейн также здесь. И еще у нас есть зона, где можно посидеть вечерком, мангалы здесь же детская площадка. Ну что ж, друзья, мы с вами осмотрели нашу квартиру. Хочу отметить, что здесь у нас требуется ремонт. Как минимум двери, проложить отопление, так как газ уже подведен, под котел все подготовить, стены обновить. В этом случае прямая необходимость есть. Но очевидные плюсы этого проекта, мне просто они легли в душу. И я думаю, что покупатель этой квартиры будет рад тому, что приобрел ее. Во-первых, это у нас площади. Три полноценные спальные комнаты, отдельная кухня, это то есть у нас четыре отдельные комнаты имеются. Два хороших санузла, они уже после ремонта. Кроме того, три балкона, сами о себе говорят. Я считаю, что такое предложение не стоит упускать, еще учитывая, что у нас цена очень демократичная. Пожалуйста, обратите на это предложение свое внимание. Что касается самого комплекса, вы уже видели сверху, что у нас есть хороший бассейн. Сейчас такими бассейнами вообще, можно сказать, только они вот в старых комплексах, а в новых они в два раза меньше. Двухуровневый хороший бассейн, детский бассейн. Здесь у нас множество беседок, мангальная зона, детская игровая зона. Также парковочных мест в достаточном количестве. Территория сама очень ухоженная, красивая. Местоположение, я считаю, очень хорошее, в том плане, что отсюда вот выйти, буквально через дорогу у нас ближайший магазин BIM, ШОК в 70 метрах, А101 у нас практически там сколько, 150 метров, до рынка по субботам порядка 250 метров, остановка общественного транспорта тоже в шаговой доступности, около 100 метров, не более того. Поэтому я считаю, что это предложение очень достойное. И те люди с маленьким бюджетом, которые хотят разместиться большими семьями, этот вариант именно для вас. В принципе, здесь можно жить и не делая ремонт. А если уж хочется жить прямо вот в роскошных условиях, тогда, конечно, да, он требует ремонта. Техническая информация по этой квартире будет представлена в инфобоксе под видео. На этом я с вами прощаюсь, жду ваших комментариев, отзывов. Пишите нам. До свидания, до новых встреч!